А вот мы гуляем на площадке вот такой. Такие площадки и в Беларуси есть, в Гомеле. Сейчас возле 56-й гимназии, в которой учился мой брат. Вот тут такие панельные дома стоят. Люди. Вот там эта школа, 56-я гимназия. Пообщалась с детьми, которые были в утренней продленке, играли в мяч. Лиза с ними тоже хорошо играла. А теперь, когда все ушли в школу, мы пошли на соседнюю площадку дальше играть. Такая вот она пестрая пластиковая площадка. Конечно, лучше бы деревянные площадки были, но и то хорошо. А вон там такие старые варианты площадок, железные. А это песочница. Деток почему-то сейчас нету. Ну, почему? Потому что сегодня прохладно. А Лиза снимает свою шапку. Одень шапку. Одень. Карапузка, одень шапку. Нет, сидит как куколка. Все, скажи, пока-пока. Пока. Куда пойдем?